Телеведущий Иван Ургант в очередной раз готовится стать отцом. Его супруга Наталья Кикнадзе, по слухам, ждет ребенка. На днях парочку заметили в одном из книжных магазинов. Иван и Наталья покупали детские книжки своим дочкам. Но очевидцы заподозрили, что жена шоумена находится в интересном положении. По слухам, сейчас Наталья на 5-м месяце беременности. Многие надеются, что у Урганта наконец-то появится наследник, так как сейчас пара воспитывает двух дочек – Нину и Эрику. Иван Ургант уже 8 лет живет в гражданском браке с Натальей. Но в кулуарах поговаривают, что парочка тайно узаконила свои отношения и обвенчалась еще в 2007 году.